Малокалорийный вариант питательного обеда – хек в рукаве в духовке, запечем вместе с картофелем и морковью. Рецепт простой и очень вкусный, без капли жира и масла. Рукав для запекания – это удивительная вещь, так как вы готовите блюдо без единой капли масла, а получается очень вкусно и румяно. Вместе с хеком можно запекать любые овощи, также можно готовить рыбу вместе с рисом, например. При подаче можете рыбу подавать дополнительно с соусом. Берите рецепт на заметку, уверена, вам понравится. Хек – 400 грамм. Картофель – 250-300 грамм. Морковь – 70 грамм. Лимон – 30 грамм. Соль – по вкусу. Перец – по вкусу. Паприка – по вкусу. Количество порций – 2. Подготовьте ингредиенты. Хек заранее разморозьте, почистите. Картофель очистите, вымойте и просушите. Нарежьте картофель крупными кусочками. Морковь очистите и нарежьте колечками. Хек посолите и поперчите, сбрызните лимонным соком. Картофель и морковь посолите, приправьте перцем и паприкой. Переложите все ингредиенты в рукав для запекания, запечатайте рукав с обеих сторон, уберите в духовку. Запекайте при 180 градусах 40 минут. Приятного аппетита!